Нас уже все забыли, поэтому давайте знакомиться. Это Олег. Я думаю, в каждой компании есть человек, чье имя звучит как оскорбление. Не понял. Че ты не понял? Ну вот смотри, если мы с тобой сегодня проиграем, для нас жюри будут Олег, Олег, Олег. Все равно не понял. Ну вот как тебе объяснить? Ну вот смотри, нам горячую воду Олеги отключили. А-а-а, вот я Олег. Дети — это как цветы жизни. Вот я, например, розочка, потому что я такая же красивая. Я одуванчик, потому что я такой же пушистый. А я кактус, потому что мне уже 7 лет, а я до сих пор на корске сижу. А вообще, если вы не знали, то Темиртау — худший город по знанию географии. Ну а как можно объяснить то, что магазин Южный находится в северной части города, а от волны у нас с морем общая только пенка? Я капитан команды! Почему? Ну, во-первых, харизма. Ну, во-вторых, хорошая актерская игра. Ну и в-третьих, я единственный, кто из вас умеет читать. Олег, хватит над этим шутить, надо что-нибудь актуальное. Вон у нас последний звонок украли. А чё, школьные гопники на мелочи уже не останавливаются? А это Алина, и это не её родной цвет волос. Это просто последствия нашей темиртауской воды. Давайте мы лучше расскажем, откуда вы приехали. Если хотите отдохнуть, приезжайте в село Бишкуль. А чё, в Бишкуле можно отдохнуть? Конечно, работы нет, кружков нет, сердца нет. О, жираф, ты что, тоже тут? Карим, ты вообще кто? Это мой младший брат. Ему кажется, что ему уделяют меньше внимания, чем мне. Мне не кажется, но как вы можете объяснить то, что я донашиваю все за Каримом? Обувь, девушек, ну, я еще и доедаю за ним. Юра, а вот ты знаешь, почему у жюри стоит бутылка с водой? Ну и почему? Потому что ты душ. Когда каждая учительница ставит 6 уроков, фирма классику, вы даже не представляете, что он чувствует в этот момент. А, помогите, помогите! Тебе повезло, ты на живот упал. Помогите! И это вы называете проблемами? Вот у Анжелы реальные проблемы. А это Анжела, и сейчас она думает, учиться до 11 или уходить в политех. Я уже точно решила. Я иду в политех. Да ты дура! Ты овца тупая! Ты испортила всю мою жизнь! Женщина, вы кто? Я что, у вас клубнику с дачи не купила? Да я! Это ты! Через 50 лет! Чем докажете? А вот эта краска не смывается. Ладно, что еще расскажешь? Ну, во-первых, замуж ты выйдешь в 18 лет, и у тебя будет 5 детей. А во-вторых, это во-первых, а во-вторых, не ходи в политех. Эти два факта взаимосвязаны. Ну а следующую миниатюру мы украли у депутата нашего города. Да, мы что-то украли у депутата. 1-1. Итак, представьте ситуацию. 10 лет назад парень сделал табуретку на труду, и она наконец ему пригодилась. Бесполезная вещь. 6 букв. Табуретка. Штабуретка. 6 букв. О, то, что надо. Случай в классе. Человек, у которого нет титана. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно нам квартиру в ипотеке? А не рановато ли? Ну, знаете, мы решили заранее купить, потом для себя пожить. А еще я уже с ее мамой. На какую сумму вы хотите ее купить? На 8 миллионов тенге. С какого у вас источника доходов? Можно на обедах экономить, и каждый день мне бабушка на праздниках 500 тенге стабильно дарит. Ладно, мы рассмотрим вашу анкету, если что, вам позвоним. Заживем в твоей квартире. Буду труса ходить. Вот родители уже достали.
Пусть гоники походят, пусть гоники походят. Ну а следующая миниатюра — врач-киллер. Так, дышите, не дышите, не дышите, не дышите, не дышите. Ребят, вот я не понимаю, почему, когда меня наказывают, у меня то телефон забирают, то интернет отключают. Что, все, физическое наказание больше не на доске почета? Мам, дай мне ремня или под затыльником пропиши. Может, там дядя слушать начну? Вон, батюшка слушается. Почему на уроках химии мы не делаем жижу? Ведь это было бы так выгодно. Да! Как в одной школе умещаются люди, которые говорят, что мы не сдадим экзамен, и психологи, которые утверждают, что насчет экзаменов переживать не нужно? Да! Почему взрослым мешает быть энергетики, а потом жалуются, почему мы такие вялые? Да! Почему в школе разрешается красить волосы фиолетовые, только если вам стукнуло за 50? Да! Вот, уважаемый жюри, почему инстасамка — это ву, а Лобода — авторитет? Ты чё, дура, но не авторитет? Еще какой авторитет? Во имя Сарата.